На базе школы номер 62 имени Бауржана Мамышулы прошли третьи городские бауржановские чтения. В мероприятии приняли участие 33 школы района Алматы, всего около 100 учащихся. Конкурс прошел в три этапа по направлениям художественное чтение, игра на национальном инструменте и изобразительное искусство. Цель мероприятия – воспитание патриотических чувств у школьников города, осознание ими своей гражданской позиции, выявление одаренных и талантливых детей. В качестве жюри мы пригласили преподавателей казахской литературы средних школ города.